Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время визита в Донецкую Народную Республику. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1». Журналист уточнил, что интенсивная артиллерийская стрельба началась во время посещения им расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях, заключил Соловьев. Разрешение приехать в зону боевых действий Соловьеву и его сотрудникам дал лично начальник Генштаба России Валерий Герасимов, который должен был обеспечить безопасность пропагандиста. Однако, когда Соловьев приехал в расположение морпехов, по этому населенному пункту ударила артиллерия ВСУ. В декабре прошлого года под обстрел со стороны украинской армии попал экс-глава Роскосмоса. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, осколок от снаряда попал ему в правую лопатку. В результате погиб его друг, старший офицер сил специальных операций Александр Шемякин.